Всем привет! Сегодня мы на тест-драйве вездехода Sharp, нашей российской разработки. В городе Чите такой вот тест-драйв проводится. Так. Данный аппарат максимальной комплектации, цена 6 200 000. Управление рычагами поворачивается за счет фрикционов. Расход топлива 2-3 литра в час. Скорость передвижения по воде до 6 км в час. На суше до 45 км в час. Вес 1340 кг. Подвеска пневмо циркулируемая, которая при наезде на препятствие перераспределяет давление через специальную сконструированную 50-миллиметровую раму на другие колеса, что позволяет преодолевать препятствия, не замечая их. Подкачка сама осуществляется выхлопными газами, занимает 28 секунд на 4 колеса. Ну, как сказал я, 8 посадочных мест или 2 спальных места. Длина шерпа 3400 мм, ширина 2520, высота 2300, клиренс 60 мм. Грузоподъемность 1 тонна. Днище плоское. Вход получается в кабину, где водитель и пассажир сидит через перед. Вы же сейчас? Такие вот кресла. Панель приборов. Рычаг управления. Педали. Левое сцепление, правое вяз. Кран управления подкачкой колес. Манометр. Дополнительные приборы. Вольтаж, температура, моточасы, бензобак, люк, он же аварийный выход. Здесь у нас посадочные места плюс спальник. Ручки, за которые обязательно надо держаться. Сзади получается такой вот вход. Грузоповместительность 6 или 8 человек. Два полноценных спальных места. Можно и 4, но вроде как не особо удобно уже будет. Такие два кресла стоят. Колеса. Судя по сайту, 1600. Высоту, постоянный полный привод, дизельный полуторалитровый двигатель, пятиступенчатая коробка передач, раздатки однако нету, есть централизованная подкачка колес, получается в общих чертах колеса соединены полуосями полыми. Через них как все сразу накачиваются, так и спускаются сразу колеса. Давление 0,08 в данный момент. Это говорят еще много. Так, ну вот, для сравнения Lexus и Sharp. Колесики, конечно, очень-очень разнятся. Машинка у нас сегодня на тест-драйве.
глубиной где-то 50-60. Без проблем вообще едет. Проблем едет.
сейчас будет пробовать заезжать на лед с воды. Без проблем. Дрифт на шерпе. Клиренс 60 сантиметров. Вообще беспроблемно. Двигаемся по кругу в обратном направлении. Сейчас, думаю, будет экшен. Лед уже хрустит. Переднее стекло закрыли. Ныряем. И поплыли. На берег беспроблемно. Thank you.
финиш. Ну все, мы в самом вездеходе сейчас проедем трассу. Видится взгляд изнутри. Включено даже. С открытым окном и тепло. Запас года 700 тысяч километров примерно. Это при 280 литрах заправки, да? Озеро, правда, подзамерзло уже.
спокойно такие препятствия преодолевать. Очень комфортно по такому бездорожью двигается. Версия получается с металлической, да, пластиковой крышей, алюминиевая. А есть еще и тентовые. Тентовые там, да, есть. Ой, это спецзаказ. Спецзаказу. Рама алюминиевая тоже. Рама алюминиевая. Рама, да? Стальная, сталь до 1500, это шведская сталь, с чего броню делают. Все остальное это кузов, это алюминиевый кузов. Кузов алюминиевый. Охотников, наверное, самая такая, да, вещь. Да, охотники, путешественники, рыбаки. Как говорится, едешь и не знаешь. Не нужна дорога, одно есть направление, да? Масса, конечно, эмоций. Машина едет, причем едет везде, достаточно уверенно. Не знаю даже, какие места могут быть для нее засадные. Видимо, пока на пузо не сядет, как говорится. Но до пуза целых 60 сантиметров. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что такое понравилось зрителям. Всем пока, до новых встреч.